Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Пилотом-космонавтом космического корабля «Дико-Восток» майор Гагарин Юрий Алексеевич. Сразу же в иллюминаторы появилась наша родная Земля. Береговая линия очень хорошо видна. Вода в океанах, в морях.